Загорелая кожа – признак того, что летний отдых удался. Однако медики уже давно говорят о вреде чрезмерного загара. Поэтому отдыхающие стремятся защитить кожу от негативного влияния ультрафиолетовых лучей. Специальными средствами. Работаю. Сижу дома под кондиционером, не выхожу никуда. Очками, кепками, кремами. Супруга подбирает. Кремом с SPF высоким. SPF. У меня косметолог советовал. Обязательно солнцезащитные кремы. И вообще стараемся на солнце не бывать, потому что конопатенькие. SPF крем. Использование солнцезащитного крема – один из главных способов спасти кожу летом, рассказывают медики. Sun Factor Protection – это защита от солнца, такой солнечный экран, защита от солнышка. Защищает от А-лучей и Б-лучей. Это основные лучи. Остальные задержатся озоновым слоем, мы их не рассматриваем. А-лучи – это самые большое количество, их 95%, они повреждают дерму на всем протяжении, разрушают коллаген, эластин и, собственно, способствуют фотостарению и развитию онкологических заболеваний кожи в будущем. Б-лучи – это, как правило, солнечные ожоги и пигментация. Чтобы выбрать подходящее средство, в первую очередь нужно определить свой фототип, а затем подбирать крем, исходя из потребностей эпидермиса. А если разбирать такие вот факторы применения фотозащитных кремов, то либо это минеральный экран, он защищает лучше, он безопасный, он подходит для аллергиков и для детей, но он будет давать такой белесоватый оттенок кожи, что многим неприемлемо. Обычно это сочетание химических и физических фильтров. Я своим пациентам рекомендую брать легкие текстуры, гель-крем, эмульсия, либо флюид. И такие вещи, такие крема, они очень хорошо ложатся на кожу, не жирнят кожу, не ложатся таким дополнительным каким-то слоем. Важным пунктом также является и правильное нанесение солнцезащитного крема. SPF нужно наносить за 20-30 минут до выхода на улицу. Выделяем вот эту вот часть, да, фотозащиты. Наносим на область вокруг ушей. Обязательно наносим над верхней губой. Обновлять крем нужно каждые 2 часа, а после пребывания на солнце обязательно смыть. Использование солнцезащитного крема предотвращает не только появление солнечного ожога, но и прочих нежелательных последствий – фотостарение, появление аллергического дерматита и развитие злокачественных изменений. Августина Охременко, Григорий Плешаков, «События».